В рамках 4-го регионального чемпионата «Обилимпикс» с 15 по 19 марта пройдут соревнования на базе различных учебных заведений города Магадана. Сегодня в мастерских горно-строительного колледжа одновременно прошли соревнования по слесарному и столярному делу. В обоих состязаниях участвовали по 5 участников. В этом году новая компетенция – столярное дело. То есть у нас 5 участников. Значит, конкурсное задание, они должны изготовить оконную рамку с переплетом. По словам экспертов, работа сложна именно тем, что все этапы, кроме последнего, выполняются ручным инструментом. От участника требуется максимальная точность в выполнении замеров и четкости спила. Юные слесари также выполняли вытачивание металлической детали вручную. Такая работа для юных специалистов может быть травмоопасной. Именно поэтому за ходом соревнований пристально наблюдают волонтеры. Волонтеры в данный момент выполняют задачи и смотрят за техникой безопасности участников, и чтобы участники во время соревнований, если у них появится волнение, помочь им успокоить их или в какой-то, в такой сфере помогаем. Горностроительный колледж имеет современную материальную техническую базу для обучения специалистов с высоким уровнем практической подготовки. Студенты этого учебного заведения уже представляли Магадан на всероссийском этапе чемпионата и даже возвращались с престижным серебром. В этом же году перспективные специалисты имеют все шансы взять золото и попасть в сборную России, где смогут представлять родину уже на мировом уровне.